Всем привет! Сегодня наше длинное, оригинальное, красивое слово русского языка – это «востребованы». «Востребованы» – что это значит? «Требовать» – «требовать» значит «просить». Например, «я требую объяснений», значит «я хочу», «я прошу» очень интенсивно, чтобы вы мне это объяснили. «Я требую компенсации», значит «я хочу», «я прошу» агрессивно, чтобы мне дали компенсацию. Это требовать. И востребованный – это значит кто-то или что-то, кого или что все требуют, все хотят, все просят. Они все хотят получить этого человека или эту вещь. Востребованный. Например, у нас могут быть востребованные профессии. Это профессии, которые нужны везде. Сейчас программист – это востребованная профессия. Медсестра, медбрат – это востребованная профессия. А каковы востребованные профессии в вашей стране? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У нас может быть также востребованная деталь, запчасть. Это, например, для машины. Есть какой-то дефицит. Этих деталей не так много, все их хотят. Механик в автосервисе может сказать, это очень востребованная деталь. Или в библиотеке у нас может быть востребованная книга. У нас может быть также востребованный язык. Это язык, который все хотят учить. Например, есть возможность в какой-то школе учить английский, французский, испанский, китайский. Все хотят, например, учить китайский. Тогда директор школы может сказать, в нашей школе китайский – это очень востребованный язык. Востребованный, востребованная, востребованные. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши примеры. Я исправлю ваши ошибки, если они будут. Ставьте большой лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорого! Я надеюсь, что это видео будет востребованным в YouTube. Пока-пока!